Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вы знаете, такое интересное совпадение произошло. Буквально несколько дней тому назад на канале «Корректор» Юра я увидела видеоролик, где он показывал, какой подарок они сделали на день рождения своему сыну. И я была очень поражена тем, что буквально за день до этого я точно такую монету заказала и тоже на день рождения своей внучки. У нее день рождения 15 сентября. И вот я получила эту монету и показываю ее вам. Монета поддерживается Монгольской Народной Республикой или какая она там, неважно. Эта монета последняя в серии монет «Дикая защита дикой природы». Всего 10 монет, на которых изображены разные исчезающие виды животных. И на последней изображен медведь Гоби. Мне безумно нравится эта монета. Вот посмотрите, видна каждая шерстинка на его голове. Посмотрите, как четко выражен носик и ротик у этого мишки. Мне кажется, что он сейчас зашевелится, как будто что-то нюхает. А глаза. Он хочет плакать. Мне вот почему-то кажется, что он хочет плакать. Ну вот-вот заплачет. Глазки у него два кристалла Сваровски. Вот так вот они сверкают. Вес монеты 1/3 унция. Чистота серебра 3/9. И номинал 500 тогрог. Тогрог. Республика Монголия. Вот такую монетку я приобрела для своей внучки. Симпатюлька, правда? Красавец. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. Ставьте лайки, пишите комменты. Всего вам хорошего!